Генеральный спонсор места происшествия – станция технического обслуживания «Сервискар». Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. «Сервискар». Весенняя, 54. Разбил машину? Нет денег на автосервис? Или ты не можешь продать своего железного коня? Выход есть. Компания «Автореал-43» осуществляет срочный выкуп авто в любом состоянии, а также реализация вашего авто с нашей площадки. Не жди, звони 44-2005. 8-летний мальчик получил травмы в ДТП на улице Ленина. Там столкнулись грузовик КАМАЗ и Volkswagen Транспортер. Подробности в рубрике «Обзор аварии». Слово моему коллеге Сергею Пичугину. По данным госавтоинспекции, авария произошла у дома 198/4 по улице Ленина. 46-летний водитель снегоуборщика неудачно выполнил маневр. Водитель автомобиля КАМАЗ, осуществлявший уборку проезжей части, по предварительным данным, при выполнении левого разворота не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со встречным автомобилем Volkswagen Транспортер. В результате 8-летний пассажир автомобиля Volkswagen получил травму. Ему была оказана медицинская помощь, но госпитализация ему не потребовалась. На южном обходе Кирова 25-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением. Машина выехала за пределы трассы и врезалась в дорожный знак «Пешеходный переход». От удара рулевой «Гранты» получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Сотрудники ДПС ждут результаты экспертизы на состояние опьянения виновника аварии. В Лузском районе 21-летний водитель «Жигулей» пятой модели выехал на встречку и врезался в десятку. В итоге травмы получили 4 человека. Водители, 2 пассажира ВАЗа 10-й модели, а также пассажир «Пятерки». Вероятно, виновник аварии не пострадал. Инспектором он заявил, что выпил спиртное уже после ДТП. Теперь ему грозит лишение прав на 1,5 года. В Куменском районе неустановленный водитель создал помеху водителю «Лада Приора», который совершал обгон. После маневра последний не справился с управлением и столкнулся со встречным трактором «Геркулес». В этом ДТП серьезные травмы получил водитель «Приора». Его госпитализировали. Сейчас сотрудники ДПС разыскивают водителя, который спровоцировал аварию. Сергей Пичугин, место происшествия.